С понедельника 26 марта 2018 года на Первом канале состоится премьера сериала «Тот, кто читает мысли». Сериал состоит из 16 серий и будет показываться в будние дни сразу после программы «Время». В данном видео можно ознакомиться с кратким описанием сериала. Находясь в отделе, Романов получил смс-сообщение о заложенной взрывчатке. Интуиция приводит его на парковку у здания, где в стоящем микроавтобусе он видит связанного мужчину с привязанной к телу бомбой. Данил пытается спасти несчастного, но не успевает. Филатовой удается оттащить Романова от машины в последний момент. Однако в результате взрыва Данил теряет зрение. Погибшим оказывается Евгений Комаровский. Это имя ни о чем не говорит Данилу, но Романов уверен, что корни этого преступления уходят в экстрасенсорное прошлое. В лесу у поселка местные мальчики находят тело подростка Ильи Власова, лучшего футболиста молодежной команды. Вокруг убитого свечи и пиктограммы, что указывает на ритуальный характер преступления. После разговора с родителями Ильи, следствие обращает внимание на местную ведьму, Луну, молодую девушку, увлекающуюся оккультизмом. У Луны и Ильи личные счеты, он якобы украл и убил ее сову. Вторым подозреваемым оказывается суровый тренер Власова, Валерий Микулин. Накануне убийства между Ильей и Микулиным произошел серьезный конфликт. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.